Всем привет! Это снова мы, отдел исследований, консалтинга и промо-групп. Это значит, что в ближайшие несколько минут вас ждет мощный концентрат полезной информации. Ведь мы подготовили уже пятый отчет по медиаинфляции, в рамках которого традиционно проанализировали данные о потребительском поведении, макроэкономические показатели, новости отраслей и эффективность перформанс-компаний в первом квартале 2024 года. А еще это значит, что нужно подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, где-то вот здесь, наверное, и оставить комментарий, согласны ли вы с нашими выводами или считаете иначе. У нас небольшой апгрейд, мы поменяли микрофон, и я думаю, что сегодня не понадобится ноутбук. В этот раз мы немножко изменили наш отчет. Увеличение горизонта планирования, завершение адаптации к изменениям на рынке рекламы, наличие собственной базы ретроспективных данных теперь позволяет нам говорить не только о ежеквартальной динамике, но и об изменениях за год, сравнив первый квартал текущего года с первым кварталом прошлого, что мы, собственно, и отразили в отчете. Помимо этого, мы пришли к выводу, что о причинах изменений навряд ли кто-то расскажет лучше, чем непосредственные участники рынка, которые ежедневно работают со своими продуктами и рекламными кампаниями и отслеживают всю внутреннюю экономику проектов. Мы хотим поблагодарить наших экспертов, которые согласились и приняли участие в исследовании, рассказав нам о своем видении факторов, которые влияли на рынки различных отраслей. Сразу отмечу, что полученные нами данные не всегда повторяют выводы экспертов, что, на наш взгляд, делает их еще более ценными. Ну что, переходим к данным. Начнем традиционно с экономических показателей. 16 февраля текущего года Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год остается на уровне 4-4,5%. Если говорить про расходы, то к концу первого квартала 2024 года россияне вернулись к привычному повседневному потреблению, а Международный женский день и подготовка к нему оказали влияние на объем свободных средств семье. Мужчины, да и не только, не поскупились в этом году. Относительно прошлого года в первом квартале текущего произошло смещение пользовательского интереса с текстового контента на видео, в том числе и на развлекательное, в связи со снижением общего уровня тревожных настроений населения. В это же время соцсети в большинстве своем теряют в общих охватов, за исключением TikTok и ВК, помним про видео, и тогда как мессенджеры, а в особенности Telegram, продолжают наращивать объемы аудитории. Перейдем непосредственно к медиаинфляции. И первая отрасль — это e-com. Несмотря на относительно небольшую долю среди всех остальных тематик медиапотребления, e-commerce показал наиболее существенный прирост год к году с точки зрения среднесуточных охватов. Люди продолжают наращивать обороты онлайн-продаж, и по прогнозам экспертов, рынок сохранит двузначные темпы роста в ближайшие пару лет. Развитие ритейл-медиа этому только поспособствует. Здесь стоит отметить Мегамаркет, чья обновленная программа кэшбэков и активная маркетинговая поддержка у блогеров и известных шоу в 2023 году значительно увеличила поток пользователей. Однако в абсолютных значениях среднесуточных охватов труднодосягаемые остаются Wildberries и Озон, чья динамика также является крайне позитивной – плюс 38% и плюс 43% соответственно. Эта динамика не могла не отразиться на показателях рекламных кампаний. В категории DIY и мебель наши эксперты отметили высокую конкуренцию не только с прямыми рекламодателями, но и с ведущими маркетплейсами. Помимо этого, наблюдается переток покупательской активности в ритейл-медиа, что в свою очередь сказывается на итоговой стоимости транзакций в категории. По нашим данным, рост CPA в некоторых типах рекламных кампаний год к году достигал 70%. При этом объем селлеров растет и в самих маркетплейсах, что сказывается на росте стоимости привлечения покупателей. По нашим данным, в Озоне он составил практически 30% относительно первого квартала 2023 года. Эксперты ожидают продолжения роста показателей, поэтому активно рассматривают и тестируют новый для себя инструментарий, который позволяет охватить аудиторию, до которой не дотянутся в классическом контексте. Мы не будем останавливаться на показателях изменений относительно четвертого квартала 2023 года. Все данные вы сможете увидеть в нашем отчете, скачав его по ссылке в описании. Перформанс продвижения бытовой техники и электроники год к году также испытало большое влияние конкуренции с маркетплейсами, где отрасль является одной из лидирующих по росту. Медиаинфляция в контекстной рекламе составила до 75% в небрендовом поиске и до 50% в брендовом. Однако стоимость привлечения в соцсетях сократилась на 14%. Преимуществом отрасли эксперты отмечают широкие ассортиментные матрицы, позволяющие быстро адаптироваться к изменениям спроса и оптимизировать свой сплит, исходя из текущей обстановки. Также важно отметить, что определенную лепту в показатели внесли и еще будут вносить изменения ограничений беспошлинного ввоза с 1 апреля текущего года. Те игроки рынка, которые помогают физическим лицам приобретать что-то за границей без оптовых закупок, уже почувствовали это на себе.
Поэтому, если вы активный покупатель из-за рубежа, готовьтесь. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем вы будете платить отдельно за товар и отдельно пошлину. Но зато такая вещь будет только у вас и у Майкла Джексона. Несмотря на рост стоимости привлечения трафика почти по всем форматам в бьюти-отрасли, динамика медиаинфляции стоимости транзакции по брендовым запросам осталась без изменений. Значительно за год увеличилась стоимость продвижения в маркетплейсах до 115%. В качестве факторов, которые оказывают влияние на изменения, эксперты также отмечают выход новых игроков на рынок и усиление конкуренции среди существующих, играет роль повышения конкуренции парфюмерно-косметических сетей с маркетплейсами. В отрасли отмечается высокий уровень лояльности к брендам, что сказывается на стоимости форматов, работающих со сформированным спросом. В ближайшем будущем эксперты рынка прогнозируют продолжение роста показателей, так как факторы, влиявшие на изменения ранее, не изменятся. Фэшн продолжает оставаться рекордсменом по росту стоимости продвижения. Все форматы показали инфляционный тренд в 2024 году, в первом квартале 2024 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Фокус на визуальных форматах этой сети способствовал удорожанию конверсий до 400%. Наименьший прирост CPA 91% имеет продвижение в маркетплейсах, в частности Озон. Если говорить про факторы влияния, то комментарии экспертов очень похожи на причины в сегменте бьюти. Основными факторами повышения стоимости наши коллеги отмечают рост конкуренции на рекламных площадках за лояльных покупателей брендов, которые ушли из России, переток бюджета из офлайн в онлайн-маркетинг, а также дополнительные расходы на ОРД. Бренды-рекламодатели не ожидают снижения инфляции и конкуренции в аукционах в ближайшие кварталы, а значит, ожидаем сохранения текущего тренда. Подведем итог. По данным Data Insight, за 2023 год количество онлайн-заказов выросло на 78%, а объем рынка e-commerce в рублях на 44%. Первый квартал в перформанс характеризовали трафиковые голы в перформанс-каналах, рост конкуренции по брендовым и категорийным запросам в поисковой рекламе, снижение роли таргетированной рекламы в перформанс-сплите, увеличение доли ритейл-медиа, несмотря на рост стоимости конверсий там, а также снижение интенсивности медийной активности по большинству отраслей. В первом квартале нами зафиксирован уровень общей медиаинфляции в e-commerce. В закупке трафика он составил 26,3%, в стоимости конверсии 33,2% относительно первого квартала 2023 года. При этом CPC в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом снизился на 9,6%. Правда, и конверсионность также снизилась, поэтому рост CPA составил 9,5%. Дальше мы поговорим про отрасль финансы, отрасль, от которой фактически напрямую зависят остальные. Конечно, сравнивая показатели год к году, важно учитывать базовые вводные данные отрасли, ведь за данный период конъюнктура рынка сильно изменилась. Если в первом квартале прошлого года ключевая ставка была на уровне 7,5%, то сегодня она 16%. Поэтому фокус кредитных продуктов перешел в пользу накопительных. Помимо этого, изменились условия в ипотечных программах, не забываем также и про макропрутенциальный лимит. Рыночные изменения сильно отразились на сплитах и продуктовые ребалансировки внутри маркетинга бюджетов рекламодателей. Очевидно, изменился и спрос. Эксперты рынка отмечают рост стоимости закупки по разным продуктовым направлениям, но при этом в течение всего года велась активная работа не только с оптимизацией эффективности рекламных кампаний, но и с внутренней эффективностью, конверсионностью сайта и посадочных страниц, менялись внутренние процессы, что позволило удерживать показатель CPA на определенном уровне. Причем это касается не только перформанс-размещений, оптимизация идет и в медийке, несмотря на обновление многими площадками прайс-листов. Интересен еще и тот факт, что в сегменте B2B ситуация схожа с рынком B2C, и динамика, по словам экспертов, сильно не отличается. Активная работа с продуктами и оптимизация компаний позволили сохранить стоимость закупаемого инвентаря на уровне первого квартала 2023 года. По нашим данным, CPC незначительно снизился на 1% год к году, в то время как стоимость конверсии в первом квартале 2024 года повысилась на 17%. Говоря о динамике относительно предыдущего квартала, то фиксируем минимальные изменения показателей. CPC вырос на 1,3%, а CPA на 7,4%. Дальше с новостями рынка фарма и недвижимости вас познакомит Лариса. Лариса, передаю тебе слово. Спасибо, Алексей. Далее поговорим о медиаинфляции в фармацевтике. Важность диджитал-рекламы в сегменте фармы продолжает расти. По данным Ipsos, почти половина пользователей, видевших рекламу препаратов онлайн, затем совершает их покупку. Наиболее популярными каналами остаются поисковики, социальные сети, сайты аптек и сайты Marketplace.
По данным опрошенных экспертов, это также отражается на стоимости закупки трафика. Например, представитель Binopharm Group отметил рост CPC в некоторых рекламных кампаниях Яндекс.Директа на 30%. Это приводит к тому, что фармпроизводители активнее запускают новые каналы, например, такие как Telegram, Авито, больше тестируют работу в ритейл-медиа. Ведь рост стоимости брендового трафика за счет конкуренции на поиске с маркетплейсами и онлайн-аптеками год к году становится только агрессивнее. Эксперты готовят свои рекламные кампании к новым вызовам и необходимости продвигать новые продукты в рамках ограниченного бюджета. Например, коллеги из PharmaMed уже отмечают рост рынка фармы и готовятся к новым объемам. По данным DSM Group, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте составил 100 миллиардов рублей, а за первый квартал потребление лекарственных средств через аптеки достигло 1,2 миллиарда упаковок, что на 7% больше, чем за такой же период в 2023 году. Это в совокупности приводит к увеличению количества конверсий и снижению стоимости одного целевого перехода сайтов-производителей в аптечную сеть. По данным ePromo Group, динамика показателей эффективности рекламных кампаний в первом квартале 2024 года относительно первого квартала 2023 была следующая. CPC снизился на 3,2%, а CPA снизился на 13,8%. Фармкомпания отмечает несколько путей оптимизации своей рекламы. Первый – оптимизация пути пользователя на сайте. Второй – регулярная оптимизация рекламных кампаний и пересмотр сплита между каналами. И третий – тестирование новых инструментов для поиска максимально релевантной аудитории, что критически важно для сохранения ROI Digital инвестиций. Несмотря на ожидаемый дальнейший прирост CPA и CPC по индустрии, прогнозы по году положительны. Покупательский спрос не снижается и продолжает повышаться, в том числе с точки зрения профилактики различных заболеваний. Более подробно изучить комментарии экспертов, их прогнозы, а также посмотреть динамику квартал к кварталу, вы можете, скачав наше исследование по ссылкам внизу этого видео. А теперь про недвижимость. Спрос на недвижимость в январе 2024 года сократился почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. В совокупности количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве за январь-март 2024 года составило 179 тысяч ипотечных кредитов, что выше первого квартала 2023 года на 14%, но ниже четвертого квартала почти в два раза. Изменение макропруденциальных требований к ипотеке Банком России, а именно повышение первоначального взноса до 30% и надбавки в отношении ипотечных кредитов, привели к повышению стоимости конверсии год к году по большинству рекламных каналов. Специалисты отмечают изменение сплита между привычными инструментами для повышения эффективности рекламных размещений. Эти рыночные изменения также меняют баланс в инвестициях в недвижимость. Так, по данным консалтинговой компании IBC Real Estate, общий объем инвестиций в первом квартале 2024 года составил 86 миллиардов рублей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Дополнительно на покупательский спрос влияет стоимость новых квартир, и согласно данным Росстата, в первом квартале 2024 года в сегменте эконом цена поднялась на 2,5%. По нашему анализу, общий уровень медиаинфляции цены за клик в первом квартале текущего года к прошлому составил 5,7%, а CPA вырос на 58% относительно Q1 2023 года. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости контакта уже во втором квартале. Это связано и с сезонностью, и с увеличением периода от подачи заявки до подписания ДДУ. Также растет и количество проектов, новых очередей в реализуемых жилых комплексах. А удорожание стоимости закупки рекламы будет продолжаться от квартала к кварталу. Несмотря на рост стоимости рекламного инвентаря, застройщики ожидают появления новых решений, которые могут повысить эффективность рекламы, например, таких как экосистема операторов связи и ВК-видео. Далее о ключевых выводах нашего исследования расскажет Алексей. Итак, что же мы получили? Снижение покупательской активности после сезона распродаж в четвертом квартале, гендерные праздники в e-commerce, сезон простудных заболеваний в фарме, ужесточение макропруденциальных лимитов, увеличение первоначальных взносов для ипотеки и высокая ключевая ставка Центробанка в значительной степени повлияли на результаты продвижения в диджитал в первом квартале 2024 года и на динамику медиаинфляции.
Эксперты отмечают рост стоимости закупки конверсий в среднем на 30% год к году при отсутствии кардинальных изменений в медиасплите. Нивелирование отрицательного результата медиаинфляции происходит за счет смены фокусов в ассортиментных матрицах и продуктовых линейках, а также в связи с сезонным повышением спроса в течение года. По данным E-Promo Group, рост медиаинфляции по сравнению с прошлым кварталом замедлился. Общий показатель CPC практически не изменился, рост составил 0,2%, CPA вырос на 9,5%. При этом год к году стоимость закупки трафика выросла почти на 11%, тогда как медиаинфляция по CPA составила 37,4%. По мнению экспертов, в ближайшем будущем рост стоимости продвижения продолжится. Однако положительное влияние могут оказать усовершенствование работы алгоритмов площадок, тестирование новых инструментов и каналов, а также активная работа с входящим трафиком, глубокий анализ его эффективности и работа с конверсионностью сайта. А на этом у нас все. Следите за новостями, скачивайте наш отчет, задавайте вопросы в комментариях. Увидимся!